Не снимай, не выкладывай. Это сегодня, который выйдет. Точнее, вчера. Здорово. Или что там? Доброе утро. Что там чешешь? Чесюндра? Ты проснулась? Нет. Чамкает. Челси. Спи. Ну что? Пойдем календарь переворачивать. А? Надо убраться. Подоконники. Хандиоз. Очки какие-то валяются. Пэдди. Так вот надо сделать. Лоточки. А эту штуку надо выкинуть. Это тоже. Цепочка порвалась моя. Вот это вот. С крестом, в которого я не верю. Бога нет. Понимаешь, нет? Или ты веришь? Я не против, чтобы ты верил, например. Я верю в честность и порядочность людей, и в добросовестность. И в Мансура верю, что он завалит меня работой. Это собачья расческа. Пошли переворачивать календарь. Ложик срендерился, я его в 6 часов кинул в YouTube. Так, короче, я не вчера не рассказал тебе. Боже мне подарил тарелку. Чумачечий, Райт, просто чумачечий. Чумачечий. А у меня нечего ему подарить. И я решил ему подарить свой старый пэт, который сделан из натурального каучука. Он очень плотный и жесткий. Отскок у него хреновый, но для тренировки пальцев лучше не надо. А Гоша тот еще задрот по пальцам. Итак, я иду к тебе. Правда, он у меня не переворачиваемый, а отрывной, поэтому будем петь. Так, что мы будем петь? Я календарь переоторву, язычок. Ну что, вы готовы? Наступил этот. Пропадем пропадом этот день. Все. Предлагаю почитать, что тут есть. Так. Луна, солнце. Чем с терроризмом? О, сегодня мой праздник, вы поняли? Еще какая-то васса. Это что такое вообще? Так, давайте сравним. Вчера заход был 19:20, сегодня уже 19:17. Я не вру. Понял? Что тут написано? Так. Наполеон учился плохо по всем предметам, кроме математики. Людвиг ван Бетховен писал с ошибками, а деление и умножение так и не осилил. Эйнштейн, создатель теории вероятности, теории относительности, лауреат Нобелевской премии, учился средне.
А, сначала надо таблетку выпить. Для этой, как же, для щитовидки. Чтобы не чувствовать себя в упадке в таком, знаешь, что у тебя кончились силы. Ты такой через силу идешь даже. Не то, чтобы ты там что-то делать можешь через силу. Ты вообще ходить даже не можешь без этой таблетки, понимаешь? Без этой таблетки ты не сможешь шагу сделать. Дай мне стакан. Секундочку. Грушу надо выкинуть. Так, ам. Ой. Короче, было... Они уже мягкие такие, их жрать невозможно. Вот, смотри. Короче, их было тут целое ведро. А так как я груш не ем, они все по одной пропали постепенно. Я их все выкинула. Одну вчера съел кое-как. Ненавижу груши. Вот, шафутины филы вам, вот. Заколебали вы со своим 3 сентября. День как день. Шафутинский, чтоб ты жил долго и счастливо. Палец лопнул вчера. Оф, деформация. Воды надо долить. Ничего нового, как ты понял. Да? Опа. Блин, не там свет включу. Везде включу. Ладно. В общем, берем холодненькую. Оп. Блин, намочил потом. Пластырь, когда намокает, его это... Заманаешься снимать потом. Так, собака. Кому я купил? А? Кому я это купил? Вот сегодня Боба привезут. Вот с ним я поиграюсь. Иди сюда. Смотри. Да рано еще жрать-то. Сентра. Водички свеженько попью, да, скажи. То есть я вода текет. Надо пощупать. Ну там булькает что-то. Ты мой сладкий. Так, ладно. Увидимся. Как дела? Видишь, куб стоит короткий. Сейчас подъехал парняга. Вот. Ну, куб короткий. То есть, если взять мой длинный. А это короткий. Мне нравится длинный больше. Длинный, он едет как-то поплавнее, чем короткий. У меня был короткий. Я знаю, про что я говорю.
Я помню, как я прыгал на нем. Прыг-прыг-прыг-прыг. А когда садился с длины, эти ощущения пропадали. То есть он не, у него база чуть меньше, и он за счет этого более плавно проходит ямки. То есть не вот так вот, а... Собака, возможно, сейчас начнет бухтеть на улицу. У нее бывает это. Не снимай, не упадет. Для Гоши. Джинсики сегодня напяли. Надо будет завтра штаны постирать. Вчера в кои-то веки я накачал колеса. Отупеть. Собака, давай на место. Гоша мне задарил обалденный райдец. Прям душевный райд. Такой, знаешь, звук у него прям такой. Такой, как мне нравится. Прям такой, знаешь, как у листа жести. Только благозвучный такой. Звук прикольный. Слушай, вообще, я кайфанул вчера на репе. Вот. На сегодня смотрел запись, как бы запись не передает вот этой всю его вот эту атмосферу, которую он заполняет. Вот это, то есть саунд группы поменялся вообще сразу, потому что я в него и качаю, как бы и крышую в него, он спокойно, то есть заводится, то есть крышуется прям вообще. А вот мой, допустим, заманаешься крышевать, то есть он такой. Его вообще, то есть в него бьешь, он такой блям, и все. То есть мне вот нравился такой звук. Но я его не буду продавать. Я буду их юзать. Оба два. Так, 10-11. Заманала эта тема с перескакиванием часов постоянно. Че вам надо, блин? Какого хрена, а? 10-11. Я хочу поехать купить собаке Бровекта, потому что срок действия той, которую мы таблетку сожрали, уже кончился. А вчера я снял с нее клеща. Я в шоке вообще. Я сейчас быстренько метнусь, купим Бровекта, и до зимы нам хватит, прикинь. То есть он стоит дорого, но его на 3 месяца хватает. Вообще тема. Да, собака? Нахер этих клещей. Абсолютно. Напялил на телефон этот желтенький чехол опять. Ну, нравится мне желтый цвет. Желтый цвет. Почему-то. Но его палят все, когда я еду вот так, держу его в руке, его все палят. А мне это не нравится, когда меня палят. Они начинают неестественно себя вести и там играть на камеру, знаешь, там, или там злиться. Ну и до хрена чего, собственно. Но мне это не канает такое. Поэтому, наверное, завтра я, скорее всего, опять его поменяю. Полетаем. Опа. Сзади у меня этот летает. Кронштейн. Недокронштейн, который, помнишь? Недокронштейн. Его надо разобрать. А, или протянуть, короче, и повесить на него маленький монитор. Все. Все, что от него надо. Так, объезжаем этого крокодила. Сегодня с утра было так это. Достаточно прохладно. Ладно, хватит трындеть, катимся. Ветер на улице просто дичайший. Он, кран работает. Там при каком-то ветре на кране нельзя работать. Или это слишком маленький кран для этого. Скорее всего, да? Потому что когда возле Заленина строили дома, я смотрел в бинокль на эти краны. Они капец вот болтались, просто жесть. На них смотреть было больно. То есть как она там сидела, эта крановщица, я не знаю.
Просто метр два спокойно, короче, вообще. Охренеть. Так, нам сюда. Капец, меня чуть не сдуло. Не, они просто так выгоду свою не упустят, короче. То я покупала, наставила что-то 900, что ли. Знаешь, сколько сейчас эта херня стоит? То есть сейчас реально выгоды уже нет. То есть, что ты покупаешь обработку на месяц, что ты покупаешь бровектор на 4 месяца. Никакой выгоды нет у тебя. То есть смысл покупать ее не вижу вообще. Только что не запариваешься, отработал, обработал и забыл. Но 1500 за таблеточку, за вот такую. Это, мне кажется, перебор. Надо искать в других этих ветеринарках. Это слишком. Они, короче, найдут свою выгоду все равно. Найдут, на чем им деньги делать. То есть обрабатывать все равно люди не перестанут своих собак. Поэтому, что бы нет, задираем цену спокойно. И все, и сидим, кайфуем. На жопе ровные. Из воздуха деньги делаем, блин. Охеревший пиздец, вообще не могу, блин. Для меня это дорого, 1500. Мне не жалко для собаки. Но я просто выбирал, потому что мне было выгодно, понимаешь? Либо я 400 плачу за 2 недели, либо я 1500 плачу за 80 дней. Вот посчитай, есть выгода? Если есть, напиши. Я продолжу ее покупать. Ни хрена, откуда их столько выперло? Целая куча. Человеческие детеныши. Ешь. Кушай. Кушай. 1500, сука. Попробуй выплюнуть. Кушай. Нравится ей, видимо. Ладно, хоть заставлять не приходится жрать. Защищена, да? Обработано. Молодец. Смотри, какой четкий америкос сзади едет. Видал? Крыша торчит. Красавец. Нормально точло. Так, газануло меня, объехало. А теперь... Пенсионеры в левом ряду по скорости 40 км в час. Пока! Приехали. Собака вон уже готова выходить. Иди сюда. Стой. Замри. Замри, сказал. Стой, блин. Ёшкин кот. Как вот попасть-то? Стой, не шевелись. Все. Сейчас вентилятор отработает и пойдем. Скоропышные. Так. Это втыкаем. Сюда убрать, значит. Как бы втыкать особо нечего. Это сюда засунем. Так, вентилятор отработал. Гасим это хозяйство. Это все сюда. Так. Ну иди, иди. Иди. Так. Ой. Ладно, сейчас. И снимание упали. Писал вчера схему ученикам. Чтоб они со схемы с этой читали.
Вот. Чик. Включаем аппаратуру. Сначала пульт, потом колонки. Даже-ка. Батарейки так и здесь нет. Батарейка! Батарейка! А? Новая? Где? Вот она, новая батарейка. Новая? Нифига себе. А я смотрю, она моргает красненьким. Красненьким моргает. Я поддал вчера этому. Бош, он ставил новую батарейку. О, видишь? Это нормально? Ладно. Сейчас попробую. Короче, что я делал, приходя с утра? Включаю комп. Включаю. Комп-дициционер. Колоночки включаю. И все. Собственно. Жду. Ой, ученичков. Проверка связи. Раз-два. Добавляем низов чуть-чуть. Прям совсем. Часы. Ко мне. Часы. О, заводится. Убавляем чуть-чуть. Раз-два. Хорошо. Ну что? Утренняя зарядка с барабанами. Идешь, нет? Идешь? Так. Ну что тут такое? Что тут творится? Что творится? Как бы тебя так поставить, чтобы ты упал? А? Получше бы упал вот так вот прям. Бам. Все. Например, вот так. Ученики ставят на эти штуки телефоны. Я тоже буду ставить. Что ты увидишь? Увидишь что-нибудь? А так? А так? Видно что-нибудь? Сюда тебя так унесу. Унесу тебя, унесу. Оп! Ну вот. Чё ты не держишься-то? А? Вообще. Зарядка. Для хвоста. Зарядка для хвоста. Как меня видно? Крэш мне не нужен. Короче, уронил я телефон. Как оказалось, не без последствий. Разбил стекло защитное. Боюсь его снимать, потому что может оказаться, что под ним экран обзда. Но, короче, не знаю, что делать. Трещин на экране не видно. Но это пока стекло не снято. Удачно упал телефон, короче. Бочком прям. И даже и бампер не спас, короче. Прям, знаешь, между бампером где-то. С миллиметр. В стекло, то есть. Бам. И все. Короче, валяемся с собакой. 12 урок. А, еще я умудрился порезать палец об этот скол экрана.
провел по нему пальцем и сижу, смотрю, у меня палец в кровище. Думаю, ну вот тебе раз. Ну вот. Короче, не буду пока отрывать, оторву там, перед заменой, потому что, не знаю, страшно что-то мне. Вдруг я его еще раз уроню, а он окажется без стекла. Поэтому вот, подождем немножко. Так. Съездим на обед к мамке и приедем обратно. Пожарим мамкиного супчика. Жрать хочется, осталось сказать, да уже. Просто уже сил от нее нет. Пожру мамкинской еды и приеду обратно. Вот, так что не переживайте. Ненадолго уезжаю. Погнали. Кран вроде бы целый, стекло только кончилось. Ладно, переживем. Просто я уже обнаглел, по-моему. Если с седьмым я боялся на него дышать, то с этим телефоном я уже обнаглел. Ну, натурально. Так. Все, летим в сад, пожрем и обратно. Увидимся. Не тебе, блин. Фу. Маска эта, надо ее выкинуть. Как нос щекотит, просто жесть. Невозможно просто. Невозможно. Че ты тут лазишь? Че ты тут лижешь? Это вообще не тебе. Понятно? Понятно тебе? Понятно? Не тебе. Не тебе. Это нам пирожное. Чаю. Надо было мамке позвонить, спросить, может, что надо. Что-то я так пробалбесил. Заскочил в магаз, выскочил. Все, ладно. Летим. Жалко, не снял. Очень уверенно вот эта вот херобора выскочила. Прям поперек дороги. Вылетел и попёр. Урал. Не помню. Не помню, как называется. Урал, наверное. Инфинити сзади. Тут скамеечка. С продуктами валит. Конечно, на улице капец. Сейчас прикольно приходит оповещение, да? Каждый день. Вчера мне, допустим, пришла смс-ка, что будет ветер. И точно. Все четко работает. Я еще заметил такую фигню, допустим. Я делаю крутой поворот и соскальзываю. Прикинь. Вот вчера я хотел быстро развернуться и соскочил с сиденья, короче. Потерял контроль над педалями, прикинь. Меня снесло просто. Снесло с сидушки. Прикол, я ржал вообще. Чуть не впилился в столб. Откатываемся потихонечку. Пироженка целая, собака скучает сидит. Мои еще не знают, что я еду. Я люблю так нагрянуть. А потом прикинуться шлангом, что забыл позвонить, например. Мансур меня сегодня попросил позаниматься учениками, а я что-то так свинтил. Я уже еду и вспомнил, что он меня просил. Я бы сейчас уехал бы до вечера, но я сейчас вернусь, я покушаю и вернусь. Так что, ученики, будьте спокойны. Я вами займусь сейчас. Ну, как только пожру, так сразу. Прикинь, стою со своей дудкой, тут сигналю вовсю. Никого. Звоню, говорит, а мы, говорит, спим. Прикинь, даже моя дудка не может их поднять.
Собака вон уже вся в переживаниях. Сейчас трусик мне откроет. Заеду. Так она любит гундеть вообще. Сейчас деда. Где деда? Деда выйдет сейчас. Деда. Деда, где деда? Где деда? Сюда. Все, выползаем все. Берем с собой пироженку. Выхожу через пассажирскую дверь. Забил, потому что им зарядка. Все дела. Пироженку. Бисквитно кремовую. Дверь вообще вот, в отличном состоянии. Только что вот мятинка большая. Все. Такой бяка мой. Вот и все, даже часа не прошло. Отправляемся в обратную сторону. Честно говоря, такое мансур мне придумал занятие, развлекать этих клиентов, да, учеников, которые приходят. Ну как развлекать? Заниматься с ними на пэдах, например, там, отрабатывать какие-нибудь движения. Вот. Во-первых, если я вижу, что человек как бы не предрасположен к общению, понимаешь, я к нему хрен подойду. То есть я не Полина, которая без разбора лезет ко всем и спрашивает, чем вообще занимаетесь. То есть такой вопрос. Чем вообще занимаетесь? Каждый раз, когда слышу этот вопрос, мне охота сказать ничем. А, кстати, некоторые люди, которые приходят ко мне на первый урок, и я их спрашиваю, чем вы занимаетесь по жизни, как вас сюда занесло, они мне говорят, ничем, прикинь. То есть это реально ничем, или как? Или может это секрет, да? Ладно. Про нешколу надо меньше разговаривать, как будто у тебя больше тем нет. Потому что многие ученики смотрят, и им неприятно. Слышат про себя какое-нибудь дерьмо, да? Я люблю про себя слышать критику. Я на эту критику равняюсь всегда. Когда мне говорят, что во мне что-то не так, я пытаюсь в моей игре, я пытаюсь это исправить. Я никакую личность тут сейчас не обсуждаю вообще. Не собираюсь даже обсуждать. Если я что-то и говорю, то это касаемо только работоспособности, да, и умения человека работать над собой. То есть, когда я вижу, человек говорит, у меня не получается, и складывает ручки, и все. Нахрена ты заплатил косарь, чтобы сложить ручки и сидеть здесь, что ли, так, что ли? Ты думаешь, у меня все сразу получалось? Нет. Я работала над собой, понимаешь? Работала. Работал. Какой упорный тип. Что, на пролом пойдешь? Никого. Так. Ни у кого сразу не получается. Если ты пришел сюда, заплатил за курс, то нахрена сидеть, сложив ручки-то, я не понимаю. Ты делай над собой усилия. Делай усилия над собой. Все. Это все, что нужно сделать. Приложить чуточку усилия, понимаешь? И все получится. Больше всего не люблю тех, кто говорит, у меня не получается. Вот сегодня у меня была бабушка. Ей, наверное, 60 с лишним, представляешь? Она сидит, я на нее, ты можешь во мне играть или нет? Она такая, я пытаюсь. Я такой, пытайся. Когда человек пытается, у него что-то получается. Но она сидит. Я прям вижу, она не замолкает, понимаешь, ни на секунду. Она мучается, она что-то делает. Правда, делает все неправильно. Я к ней подхожу, говорю, вот так.
Она такая, да, я говорю, считай, она считает, вот молодец вообще. Вот тебе. Зовут Людмила, как мою маму. Красопетка просто, бабка, я просто, я таких бабок обожаю, понимаешь? Не те, которые сидят на лавочке, кости обсасывают. Пришла, барабанит, сидит, понимаешь ты, о, блин. Красопетка, просто уважуха таким бабкам. Красавица просто. Я ей сказал, тебе надо индиев брать, чтобы ты... Смотри, видишь, у тебя это не получается ни черта, то есть урок прошел, ты ни в чем не разобралась толком, пойдет дальше все больше и больше, на тебя это все как снежный ком будет наваливаться. Я говорю, не тупи, прямо сейчас иди и бери индив со мной, и мы с тобой вот именно разберемся вот с руками, когда надо двигать рукой, когда не надо, и научимся. Не сидеть вот так, тараторить, как с автомата. И потом в нужный момент просто чуть ниже бить, да, как многие играют. То есть вот так они играют просто. И то, кстати, не все. Сейчас вот Костя Костенков, не знаю, смотришь ты, Костя, нет, ты красавчик. Вот я вчера, по-моему, пришел на урок, подсказывал тебе, как играть ритм. Ты меня удивил вообще, честно говоря, что... Я первый раз увидел, что ты не сидишь и вот так не играешь, как ты раньше играл. Как ты этого добился, я не знаю. Наверное, работал упорно. Так, хватит трындеть. Смотри, вел. Дальнобойная газель. Вообще лупит, сейчас ехал 80, наверное. Он меня как стоячего обошел просто. Наваливает. С трассы прилетел, еще остановиться не может, короче, наваливает, не могу догнать, прикинь, поливает, блин, дальнобой газельный, газельный дальнобой, отлично вообще, весь, видишь, в этих разгонниках, красопет. Вообще классно, когда за машиной следят, она в таком состоянии и может наваливать, да? Газельский мотор. Интересно, я видел, что на газели ставят всякие там узеты, блин. Я могу предположить, что там и какие-нибудь еще какой-нибудь гидротрансформатор, автомат в смысле. Могу спокойно предположить, что там что-нибудь такое стоит, потому что валит он не по-детски. Дал что? Видал там, блядь, занавески сидела, блин. Дальнобойщик сидит. Занавесился весь. Вчера такую газель догонял, правда, черная была. Там музон орёт, короче, тоже. Занавески сидела. Экземплярчик видал? Так это школа, блин, а я думаю, что это за это? Дождик хочет пойти. Скрываемся нафиг. Вот моя работа. Когда-то бывшая. Пещера, блин, нора. Темная нора. Где можно ослепнуть, нихера не увидеть, не найти ничего. Зимой замерзнуть. Вечная дыра, короче. Холодная, темная нора. Тьфу. Херня вообще. Успеваю. Интересно, есть тут места, нет? Есть. И куряки стоят. Видал? Стоят клиенты. С народищем. Пойдем развлекать народ. Да? Тихо. Thank you.
Не снимай, не выкладывай. Маленький урок, пробник. Сейчас все дружно идем к администратору и проверяем. Дружно все идем. Не снимай, не выкладывай. Право, что ли, ебаная? Мы ее, блядь, коптим. Это ты, видишь, блядь, это ты, что ли, педагог? Я, этот... Не, я убираюсь тут по пятницам. А чего расстрелился тогда? Тебе, что ли, платить 5000? Ну, да. Ну, мне платят мало. Подумал, может, проканает. Ну, не проканал, ладно. Ты со своей приблудой? Да. О. А что, со звуком стало? Провод что-то косячит, да? А что, ты на репу с ней не ходишь? Так, а что там смысл? Ну, модуляция для баса, может, там подойдет. Дилей, может быть, тоже для баса подойдет. Хотя в каких-то кусках каких-то, ну, тоже надо выцыганивать. Драйв, он и так бас орет на репетициях. Увеличивает, допустим, его еще. Ну, вот. Не снимай, не упаду. Знаешь, что я бы сделал? Короче... Отсюда можно было. Я просто видел, тебе иногда неудобно, ты приходишь там что-нибудь поиграть на банках, угу. Тебе некуда поставить телефон, чтобы этот видос снять. Ну да. Вот я бы прям это... на стену бы держатель нафигачил. Кстати, я Мансуру и предлагал. И чуваки тогда могут просто это себя тоже записывать, там сторис куда-то еще выкладывать. У меня есть такая, но она с ножкой. И я ее забываю на базе постоянно. У меня тоже такая сножка, ее неудобно с собой таскать. Круто. Тупенькая. Нифига вы жжете. Брык, вообще огонь. Ну, я хотел это... Все, я погнал домой. Давай. Пока! Искорки! Искорки! 100 лет уже не стрелял. Все. Челси, пошли. Идешь, нет? Четырех лапой. Все. Так, ну что? Закончили мы? Отъезжаем от школы. Надо расцепить. Все. День закончен. Еду домой. Время тут 20:09, тут 7:56. Вообще нормально. Что происходит с этими часами? Не могу понять. Есть тут кубисты? Кто может объяснить, что с ними происходит? Вообще-то. Ну что, у меня на сегодня все. Я еду домой. Как ни странно, но я забежал в КБшку, купил сливочный сыр и ветчину. Вот. Так что, мы прощаемся, видимо, да? Собака, ты как тут вообще? Одна. Я хотела еще масло купить, но мне, наверное, надо было в Пятерочку идти. А я что-то в КБшку зашел, а потом вспомнил, что масло-то у меня уже есть. А вот сыра и ветчинки у меня нет. У меня, короче, двоякое такое ощущение ночью, когда я еду. У меня... Я вроде и люблю ездить ночью. И когда встречка едет, может быть, мне лобовуху поменять надо, скорее всего. Ой, мне столько всего надо, мне надо опять список завести. Как с первой зарплаты я... Завел список и все купил, что мне надо было. Пока я мечтаю о чем-то, я о другом забываю, то есть. Ну, сейчас еще не так темно, но вот когда совсем стемнеет, я не могу определить дистанцию до машины, которая светит мне в лоб, например. У меня вот проблема с этим вообще. И я могу не увидеть, допустим, пешехода бегущего там. Поэтому я ползу 60 обычно ночью. Я не понимаю,
у людей вообще орлиное зрение, что ли, которые летят ночью, да? То есть вообще ни хрена не видно. Может, у меня у одного просто со зрением такие проблемы, что я не вижу. Ночью очень плохо вижу. Вот. У меня всегда такой разукрашенный весь. Ночью прикольно, все светится так клево. Особенно где-нибудь там, по Карла Маркса, если ехать. Но там сейчас ремонт дороги, поэтому все разгромлено. И там ехать опасно. Вчера, когда я ехал там, чувак на крузаке, вот смотри, смотри, видал, что творят? Просто опасно ездит. И сзади чувак чуть в меня не впилился. Тоже не рассчитывает дистанцию. И сейчас чуть ДТП не было, прям на моих глазах. Я не знаю, заснял я или нет. Чувак выперся из ряда и чуть не приехал в бочину. Всегда надо смотреть по зеркалам, когда перестраиваешься. Я считаю, ночью вообще, даже в темное время суток опасно ездить вообще для меня. Я ползу, всех это напрягает, потому что всем надо лететь, мчаться куда-то. Собака тут сидит, балдеет. Такие дела. Нифига, меня как красными фонарями ослепляет. Опа, поехали. Вот. Больше всего прикольно, конечно, ездить в ночь. На батином Белазе было прикольно ездить ночью. Просто ночь, все спят, комбинат гремит, эти Белазы носятся туда-сюда. И ты такой тоже несешься, загрузился на гору, разгрузился к экскаватору. Интересно, люди ведь всю жизнь работают на этих работах. Вот батя мой всю жизнь отработал на этом Белазе. Неужели ему не хотелось что-то поменять? Зимой они под этими Белазами там ковыряли их, ремонтировали. Это уже гораздо позднее сделали цех, и надо было просто загонять Белаз в ремонт и все, и отдавать его. А так они все делали. У них и сварной был там на участке. Если, допустим, они с кем-то... Кто-то залетал под мост с открытым кузовом, он сносился и кабину, то есть они сами восстанавливали эти кабины, варили, все это красили, все прям на улице, то есть с краскопульта, представляешь, да, какая там краска, ну, Белазу как-то это. А моторы какие были умотаны, с них прям текло, вот на стоянке, где стояли Белазы, все залито этим маслом. То есть, чтобы начать смену и не долить масло, это вообще, я не знаю, было у кого такое. Наверное, пока Белаз был новый. Бате все время не везло. Какой-нибудь сменщик. Батя получал новый Белаз, а их было четверо на один Белаз. Четыре сменщика, представляешь? И какой-то из сменщиков ушатывал этот Белаз, допустим. Или, допустим, у него что-то ломалось, и он уходил домой спокойно. А батя выходил на смену и... залезал под него и ковырялся там полсмены, а то и всю смену. Короче, вот так. Какая тут романтика, я не знаю даже. Есть тут, нет романтики в этом, в этих ходарях? Может быть, есть, не знаю. Подвинусь, мотоциклист едет. Ладно, отключусь пока. Еще, кстати, прикол. Сегодня, пока сидел между уроками, услышал, что ученики вышли из класса, и, ну, не из моего. И потом, когда их начали ставить на уроки, они говорили, что только не со мной, мол. А это был второй урок по технике, и, естественно, я их там задрачивал по технике. Но они сказали, что мы чуть не уснули, представляешь? Как можно на уроке, когда тебе дают технику, рассказывают про хваты, про виды ударов там. Как можно уснуть? Я не понимаю. То есть, если Ванька там перед ними скачет, как этот, как попугай, то есть прыг-скок,
Ну и что? Я не был ни разу на его уроке. Вот надо ввести такую практику каждому барабанщику, сходить к другому барабанщику, чтобы хватануть чего-нибудь или понять, чего делать не надо. Я бы сходил к Ваньке и просто бы понял бы, что такое он делает, что они все к нему лезут, как эти, как ошалелые. Потом просто... Я не могу сейчас говорить, что он им дает, что он им не дает, понимаешь? Но я-то как бы лезу прям, работаю на износ, пытаюсь их научить прям этой техникой владеть. То есть пристаю к каждому, заставляю все пальцы, чтобы взяли палочку, то есть а не так вот, как они некоторые играют, то есть мучаю их. А им это не нравится, видишь, что? То есть им это скучно. Я понимаю, что техника это скучно. Но это задел, фундамент, так сказать, на будущее. Если ты это пропустил, то потом ты будешь задавать вопросы, да? Когда все уже будут идти вперед, а ты будешь играть вот такими руками. Лично мне, когда показываю какие-то технические фишки, я смотрю. Я, во-первых, смотрел мастер-классы всех барабанщиков, которые дают мастер-классы. Представляешь? Я просто, когда провел себе интернет, я их не по одному разу пересмотрел. Это не говорит о том, что я стал супер техничным. Ну просто мне это было жутко интересно. Я никогда не скажу, что мне было скучно, да? То есть, ну может быть, я слишком сухо как-то доношу информацию. Может быть, поэтому, не знаю, что можно сделать. Но у меня есть классы, которые за меня горой, им нравится. И я так понял, что если ученики ко мне, знаешь, такие они не очень, то у меня нету как бы особенных каких-то полномочий перед ними там распинываться, понимаешь? Если я вижу, что им не интересно, я нахожу того, кому это интересно, и занимаюсь только с ним. То есть еще подхожу, пытаюсь пару раз что-то донести, смотрю, бесполезно. Если я вижу, что человек не делает вообще, даже не пытается, я к нему, скорее всего, больше не подойду. Как я рассказывала, вот бабуля у меня была сегодня. Вот такая бабуля. Вообще. Просто красавелла. Сидит, что-то делает, пусть даже неправильно, но она пытается, я вижу, как она пытается сделать что-то ровно, понимаешь? Понятно, что есть люди, которым это тяжело дается, а некоторым сразу дается. Но надо делать что-то, не сидеть. Не сидеть и не ждать, что оно с неба тебе упадет. Включил себе свет, чтобы меня видели. Но теперь меня видят все. Короче, я обожаю трудяг, кто пытается, понимаешь? Кто хоть чуть-чуть, но пытается что-то сделать с собой, со своими руками и ногами. Особенно, когда мне нравится, когда палочки складываются, такие сидят, вот так вот, типа. И я уже вижу, сейчас он начнет возбухать, типа. Я заплатил деньги, что это? Ну, понимаешь, как бы... У тебя ко мне вообще никаких претензий. Это не получается у тебя. У остальных-то получается. Я делаю все для того, чтобы у тебя получилось. Просто делай, что тебе говорят. И все. И не буксуй. Если ты говоришь там, мне неудобно. Блядь. Это был один человек из 200, наверное. Понимаешь ты? Мне неудобно так держать ногу. Получается, всем удобно, тебе неудобно. Ну окей. Сегодня я уже начал, уже знаешь, как-то уже лояльно относиться. Ну неудобно, ну играй, как тебе нравится, то есть. И посмотрим, сколько ты продержишься с такой игрой. Если тебе задать ритм, темп, допустим, да, и посмотрим, насколько тебя хватит вот с такой ногой. То есть, если ты будешь носочком играть, то есть посмотрим, насколько тебя хватит. Обычно ненадолго, потому что эта мышца, она очень слабая, которая управляет носочком. Она слабая и не приспособлена для изнуряющей работы. То есть
для долгой. У меня опять задняя скорость пищит, да? Сейчас припаркуемся. Уже. Есть. Все. Вот такие дела. Я когда понял один раз, что я играю хреново. Если вдруг это кажется, что мне играется легко, нет, чтобы воткнуть каждый удар в свое место, нужно так сконцентрироваться, сосредоточиться, да? Нужно каждую секунду нужно быть в тонусе, то есть каждую секунду ты должен готовить ногу или руку для определенного, да, удара. Если ты расслабляешься, то ты пропускаешь этот момент, просто пролетаешь мимо. Ну, а теперь у меня точно все. Всем пока. Всем спасибо за комменты, за лайки, за просмотры. Всем пока. До завтра.